Сегодня у нас есть несколько вопросов. Люди пытаются узнать, в чем ваш секрет жить так долго и счастливо. Я была удивлена, что все так просто. Да, это действительно очень просто. Вам не надо возмущаться жизнью, вам нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете, быть благодарным испытаниям, с которыми вы встречаетесь, вести дела только с надежными людьми и заниматься тем, чем вам действительно нравится заниматься. Все эти правила очень хорошо работают и сделают вашу жизнь лучше. И они такие банальные. В каком возрасте вы это поняли? Где-то в возрасте 7 лет. Я бы сказал, что люди, с которыми я общался и которые были старше меня, были слегка чокнутыми. И я всегда осознавал это. И это очень мне помогало, ведь в мире столько всего иррационального. И я думал об этом долгое время. Все эти причины, предотвращения, это все реально помогало мне. И я думаю, оставаться жизнерадостным важно. И это самая мудрая вещь, которую вы можете сделать, но это делается сложнее всего. Есть какой-нибудь совет, который вы дали бы себе 20-летнему? Не все мои дети занимались спортом. Да и сам я, если честно, уделял этому очень мало времени. Я думаю, что они пришли в этот мир в какой-то степени предварительно подготовленные. И ты сидишь и смотришь на робкого ребенка, который на самом деле будущий застенчивый взрослый. И шумный, неприятный ребенок — это, как правило, неприятный и властный взрослый в будущем. И я никогда не мог найти путь, как это исправить. Да, я могу относиться к этому с улыбкой, но не могу исправить этого. Я могу изменить мою реакцию, но я не могу поменять результат.